первом полуфинальном матче Кубка Молдавии «Шериф» на выезде с минимальным счетом уступил «Зимбуру». У обеих команд было немного шансов поразить ворота соперника, и единственный гол в этой встрече был забит после дальнего удара. Автором гола стал бывший игрок «Шерифа» камерунец Джесси Гераджу. Сейчас он выступает за «Зимбру». Африканец удачно пробил в дальний угол. Так «Зимбру» получил преимущество в счете. Тираспольчане же по-настоящему ни один голевой момент не сумели точно завершить. Как, например, в этом эпизоде, когда Михаил Гечев вышел к воротам, но вместо удара отдал передачу, и атака завершилась ничем. Проиграли, да, первый матч. У нас будет еще ответная игра. Понятно, что мы планировали как минимум не проигрывать, а то и выиграть этот матч. Но, тем не менее, так получилось. Будем смотреть, разбираться, как пропустили гол. Но, тем не менее, у нас тоже были моменты для того, чтобы как минимум тоже сравнять. Ничего, двигаемся дальше. Ответная игра в Тирасполе через неделю, в следующую среду. В другом полуфинальном матче Петрокуб крупно обыграл бельцы 5-1 и практически обеспечил себе путевку в финал.